15 минут ограничений на Ютубе. Так. Никто такое не переживет. В его организме вирус. Поэтому и нужны эксперименты, доктор. А если результат вас не устроит, Рус, что тогда? Хеллер — собственность Гентек. Если что, все сжигайте. Сжечь? Нет, ни за что, нет. Образец бесценен. Полковник приказал сжечь, значит, сожжете. Пора начинать. Фигня. Так, а что за второй медик? Диск. Ну ладно, поехали. Ой, а удерживать? Во. Выпустите, блин, меня отсюда. У вас есть все необходимое, доктор? Полковник, прошу. Надо узнать о нем как можно больше. Я вижу за окно. Эй, я тебя слышу! Выронили, выронили, открылись. О, сразу же свет, боже, да? Мой. Ой, да подумаешь. Данные, которые мы здесь собираем, поистине уникальны. Я тебя прибью, как только отсюда уникальны. Выберусь. Эй, слышишь меня? Но! Я ж сильный. Хватит, сжечь его. Хеллер. Хеллер слишком ценен и должен остаться в живых. Ваши возражения учтены, доктор. И отклонены. Лейтенант Райли, запускайте. Есть, сэр. Приказ о сожжении полковника Дагласа Рукса. Время 02:23. Вау. Вау. Типа как на концерте Линкин Парк такой. Тебе его сожгли. Ну, это вообще-то черный дозор. Ага, Блэк-Вотч. Который не Блэк-Вотч. Просто им форму поменяли. Ну что, живой? Проверьте. Еще одного мерсера мне только не хватало. Есть, сэр. Он сейчас будет пуф. Оживет. Ага. Огонь! Хрен там было. Я ж как мясо вцепил. Твою мать! Что вы со мной сделали? А ты еще не догадался? Поехали. Надо их поглощать. Ты хуй много. Райли, сжечь его с радостью. Я жрик. Жрик, если хочешь жить. Заткнитесь, док. Эвакуировать весь персонал. Установить да. Периметр да. По всему зданию. Они там что-то об эвакуации, а более эффективно. Это мой билет. Вообще-то те же самые, что и были. У нас гвоздь там. Нет, я победить зараженных. Я имею в виду эффект больше. Так. Опять сожгли меня. Ты за это заплатишь. Ешь. Где? Кого жрать? Центр управления, лейтенант. О, не волнуйтесь, он точно не уйдет. Смотрите, стул. А, ну все, сейчас и стекло его, калеч. Охренеть. Оу, е. Так, а ну выходи. Давай, выходи. Ну, а. Блин. Более эффектно стало. Сейчас первым как-то Б. Сказки, а потом да. Вот все, вертолет за мной прислали. Ты же можешь бежать без хрени заразился, ты такой качок стал. Одел бы все. О, смотри, смотри. На палец, смотри. Налево направо. Что за чертовщина? Это твоя судьба. Я избрал тебя. Ты что со мной сотворил? Я дал тебе вирус Мерсера.
Его ведь так называют, да? Тот же вирус 2 года подряд. И тот же самый черный дозор спасает Нью-Йорк. Очнись, Хеллер. Нет никакой эпидемии. Это испытание биооружия. Его разработал Гентек. Его контролирует дозор. А винят во всем меня. Эта пешка сейчас это докажет. Джеймс Хеллер, лейтенант дозора Марк Саймон. Иди в жопу! Да, не спеши. Спокойно. Подождем, пока дойдем. Нас хватило вмешательства Мерсера в подрыв Нью-Йорка. Его необходимо схватить. Думаешь, он способен еще больше напортачить? Я был в группе Гентек, которая разработала вирус, Саймон, в 1964 году. Я не позволю уничтожить труд своей жизни! Что это? Каждое поглощенное существо делает тебя сильнее. Ты можешь принимать их облик, и ты получаешь их память. Я слышал тебя. Я видел этот твой вирус, но пока не видел доказательств, что верить нужно тебе, а не им. Нет. Тебя выбросили, Хеллер. Тебя запихнули в клетку с 50 зараженных, а потом попытались тебя сжечь. Я не выпускал вирус, и я не убивал твою жену и дочь. А что ты он это знает? Чего ты хочешь? Пойти против них? Я хочу их уничтожить. Дозор, Гентек, их вирус. И мне нужна твоя помощь. Там как в моем рассказе. Но сначала ты должен кое-что сделать. Гентек экспериментирует с вирусом, создает самых разных зараженных тварей. Тебе нужна эта ДНК. Когда будешь готов... Я найду тебя. И ради бога, блин, надень что-нибудь. У меня же есть форма солдата. О. Прям вот так, с легкостью, да? Одежду из ДНК создать. Ну-ну. Всегда удивлялся, как Мерсер копирует облик вместе с одеждой. А теперь еще и Хелли. Да. Но, тем не менее, мы уже пошли в сюжет. Разумно распоряжайтесь очками развития, сосредоточьтесь на определенных способностях, чтобы повысить свою эффективность. Эй, я не успел дочитать! Ага. Все, пошла игра. Это желтая зона. Почти зона. Ну да. Контрольный пункт. О. Я такой беспалевый. Голодной нет. Думает, не сработает на детекторе. Черт возьми. Вайпер, это 2-5. Здесь художники. Квадрат 1-9. Вас понял, 2-5. Идем по плану. Вас понял, Вайпер. Ладно, уроды, на колени. Бумаги мои, давай! Капитан, здесь все заражено. Прошу разрешения на дезинфектор. Ага, может и до этого дойти. Эй, ты куда? Что? Со слуха плохо? Я сказал на колени. Бородок. Ага. Можете его приводить в обличие, нажмите кэш, чтобы продолжить начать превращение. Ага, это я все знаю. Ой, ну вот. Черт, нужно найти укрытие. Нет ничего проще. Я же умею быстро бегать и по стенам бегать. I believe I can fly. Прямо с самого начала уже. Нормально. Меня вовремя. Черт возьми, вот это вовремя. Так, да, я так, все это знаю. Надо забраться повыше.
посмотреть, куда меня занесло. Командиром черного дозора сбежал один из подопытных агентов. Так они типа мне докладывают. Попробуй найти меня, мразь. Ладно, у меня тебя блюкал момент, да, я знаю. Мне привычнее бегать за Хеллер, он же... Тут только я бегаю медленно. Ну, скоро пройдет. Так, что надо делать? Минуточку. Я знаю эту местность. Здесь рядом моя церковь. Интересно, нет ли там отца Гуэры? Мне сейчас пригодился бы совет духовника. Так, ролик пошел. Церковь прям как он фэмус. Отец, я вас не трону. Джеймс? Долгая история. Но я не знаю, зачем ты здесь. Я здесь, потому что вы многое знаете. Многое слышите? Мне нужна ваша помощь. Да, я много чего слышал. Плохого. Инфекция просто скосила всех. Я пытался помочь. Я пытался. А потом явился черный дозор. И что они? Забрали здоровых. В лагеря заразили их, посадили в клетки с монстрами. Мы с друзьями пытались их освободить, но нас поймали. А с дозором ведь не шутят. Это еще посмотрим. Да, я надеваю хоть дозорские задницы. Скоротичная сговорочка. Ладно, отец. Кто тут есть из старших офицеров Черного Дозора? Надо узнать, кто здесь главный. Я не знаю имен, но я знаю, что в больнице два командира. Они ее превратили в командный пункт. Джеймс, прошу тебя, не ищи неприятностей. Если Черный Дозор создал вирус, значит, они убили Майю и Калетту. И тогда я вам гарантирую, что у них большие неприятности. Будь осторожен. Я же могу ударить. Это еще что было? Иди к больнице. Моя голова. Хель, не знаешь, что это, а я уже знаю. Что это? Сейчас увидишь. Да. Похоже, как Infamous. Только он ищет таким образом источник электричества, а Хеллер — людей. Вот они. Ух ты. Как терминатор. Видишь, что это моя цель. Что за дерьмо, сэр? Нарка, ты что-то перекурил. Сукин сын. Вот его-то я и ищу. Некий вирусный сонар. Блин. Охота позволяет воздерживать важнейшие цели. Ну, ладно, увидимся в следующей части.